Привет, девочки-красавицы! Сегодня мы с вами будем играть с нашим чудо-альбомчиком, в котором можно состирать и находить поняшек или различные задания и игры. И с волшебным маркером. Ну что, поехали? Сегодня мы с вами будем играть в игру «Отгадай, кто это?» А также будем раскрывать секреты. Итак, мои маленькие принцессочки, наши пони играют в прятки. Используйте подсказки, чтобы угадать, где прятана каждая пони. На следующей страничке в этих сердечках и звездочках спрятаны поняшки. И мы должны использовать вот эти подсказки, чтобы угадать, где спрятана каждая из пони. А потом мы можем состереть и убедиться, правильно ли мы отгадали. Итак, первое задание. Вот первое сердечко – это первое задание. Сейчас мы узнаем. Этот аликорн великолепен в изучении магии. Кто же это может быть? Как вы думаете? Мне почему-то кажется, что это Twilight Sparkle. Давайте попробуем состереть и убедиться, правильно ли мы думали. Так, кто же здесь спрятан? Стирается, как на лотерейке. Ой, чей-то глазик. А вот и появляется наша любимая Twilight Sparkle. Посмотрим, что здесь написано. А здесь написано. Не просто Twilight Sparkle, а принцесса. Принцесса Twilight Sparkle. Значит, мы правильно отгадали. Итак, второе задание. Кто из пони стеснительный и любит животных? Кто это может быть? Задание номер два. Я думаю, что это Флаттершай. А давайте мы проверим, правильно ли мы думаем. И вот наша любимая красавица Флаттершай, которая действительно стесняется и любит животных. И сейчас посмотрим, что у нас здесь написано. А здесь у нас написано Флаттершай. Вот так. Значит, мы тоже правильно отгадали. Третье задание. Какая из пони великолепно организует вечеринки? Кто это может быть? Подсказка в задании номер три у нас в звездочке. Ну-ка посмотрим, правильно мы догадываемся или нет. Это же Пинки Пай. Это наша любимая, очень веселая и позитивная Пинки Пай. И переходим к последнему, четвертому заданию. Какой из пегасов обожает летать настолько быстро, насколько у него хватает сил? Как вы думаете, кто это? У меня есть догадка. Мне кажется, это Rainbow Dash. А сейчас мы посмотрим. Вот у нас задание 4, и это задание в сердечке. И похоже, здесь у нас появляется сама Rainbow Dash. Вот у нас и Rainbow Dash, и написано Rainbow Dash. Значит, и с четвертым заданием мы тоже справились. Вот мы с вами, девочки, отгадали все секреты с помощью этих подсказок. А в следующий раз мы с вами будем играть с Rainbow Dash. Ну а теперь время для блокнотика с волшебным маркером. Достанем наш волшебный маркер. А вот и задание. Эти пони великолепно провели с вами время. А теперь раскрасьте картинку и найдите три яблочка, фиолетовую звездочку, красный шарик, три бабочки, два розовых бриллиантика и капкейк. Один капкейк. Итак, за дело. Вот наш волшебный маркер все раскрашивает. Вот и появился капкейк с
Капкейк мы нашли. Одна бабочка. Вот одна бабочка. Это вторая. Вот один розовый бриллиантик. И вот второй, только он маленький. Так, поехали дальше. А вот и фиолетовая звездочка. Мы ее тоже нашли. Так. А вот и яблочки. Вот наши три яблочка. Одно. Второе. И третье. Вот еще одна бабочка. И нам осталось найти только шарик. Красный шарик. Вот и шарик. Вот и наш красный шарик. Ну все, девочки, вот мы с вами молодцы. С заданием справились. Ну все, девочки, на этом все. А вы напишите нам в комментариях, понравилось ли вам так играть или нет. Ну все, мои маленькие принцессочки, пока!